Всего приехали 37 команд. Это более 300 юных тяжелоатлетов и порядка 60 тренеров со всех областей Беларуси. На торжественном открытии председатель Федерации этого вида спорта Михаил Рябиковский отметил, что это рекордное количество участников. Но на достигнутом останавливаться организаторы не собираются, ведь развитие тяжелой атлетики должно начинаться с самого раннего возраста, иначе не будет происходить ротации чемпионов. Для отбора, у нас качественный отбор, формирование наших сборных команд среди юношей и юниоров, что, естественно, скажется на качественном выступлении в следующем году на чемпионате Европы среди юношей и также резервом для пополнения и перехода в более старшие возрастные группы. Всего республиканская спартакиада среди юношей и девушек продлится 5 дней в спортивном комплексе «Спартак». Сегодня соперничают самые легкие спортсмены до 49 килограммов. По мнению специалистов, главная цель этого турнира – позволить детям получить опыт участия в масштабных соревнованиях и побороть страх перед выступлением.